Из анализа сводки происшествий за прошедшую неделю зафиксировано 66 преступлений, из которых в 32 установлены лица, их совершившие. В их числе 19 краж чужого имущества, 2 факта мошенничества и 3 заявления по фактам открытого хищения чужого имущества. За неделю в отдел внутренних дел по Полевскому городскому округу поступило 15 обращений по фактам нанесения побоев, по горячим следам раскрыто 10. Поступило 6 заявлений о повреждении имущества и 4 заявления по фактам высказывания угроз расправы. 7 граждан обратились в дежурную часть за содействием в розыске сотовых телефонов. 9 человек написали заявление об утере документов. Еще 9 заявлений зарегистрировано о розыске лиц, которые самовольно ушли из дома и потеряли связь с родственниками. За неделю зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие. Из них 2 ДТП с пострадавшими. Выявлено 663 факта нарушения правил дорожного движения. Уголовным розыском за 7 дней раскрыто 5 преступлений прошлых лет. С 31 января по 7 февраля этого года на территории Полевского городского округа зарегистрировано 346 заявлений о происшествиях и преступлениях. В 61% случаев решение принято в дежурные сутки. Отдел внутренних дел по Полевскому городскому округу напоминает: номер телефона дежурной части 02, телефон доверия 3-36-49. Екатерина Медведева, Сергей Чижов. Новости нашего города.